Друзья, гости канала, всем привет! Сегодня буду делать желонку. Так, видно плохо. Съездил в город, привез трубы, купил трубу метровую, 76-ю, и взял трубу на колонну под шнек. Дабы шнеком добуриться до воды, а потом как бы уже делать. Ну, в процессе буду все показывать. А сегодня у нас как бы подготовка, делаем саму желонку. Сейчас пока. Так, ну вот. Труба 76, длиной 1 метр ровно. И вот заготовка. Сам клапан желонки. Сейчас будем вваривать. И делать стопор. И делать сам выход. Ну, подключение уже к веревку. Так, и еще трубу сейчас покажу. Опа, извиняюсь. Погода у нас дождливая, ветреная. Вот труба 30 метров. Двухметровыми 20. Так, ну трубами займемся позже. На нее пока детали не готовы. Переходники. Сегодня будем делать желонку. Ну вот, друзья, я приварил сам клапан. Сейчас шлифану маленько и займусь этой частью. Загну два прутка и приварю. И здесь надо вырезать окошечко. Я думаю, сантиметр, наверное, до 20 я вырежу в длину от края. Края сделаю аккуратненько, закруглю. Ну, в процессе я буду делать, сниму, покажу все. Смотрел, чтобы это место, чтобы высыпать песок, было удобней. Не здесь через отверстие, чтобы отсюда вываливался уже раньше. Как-то так. Получится тяжелое довольно-таки. Сам клапан как бы нелегкий. Я потом взвешу в конце, сколько все это выйдет по весу. Ну, прилично. Одной рукой держать довольно-таки тяжело. Так, ну сейчас шлифану сперва. Вот такой вот шовчик получился. Вот такой на троечку. Ну, вода не потечет. Даже под давлением. Единственное, проварил глубоко, хорошо. Вот счищать теперь будет много. Но это не беда. Сейчас почистим.
Вот, деталька осталась одним целым. Единственное, сам клапан чуть-чуть меньше трубы. Ну, визуально, в принципе, видать, прям чуть-чуть, но не страшно. Это не страшно. Все, сейчас делаем обратную часть и делаем стопор. Стопор будет, получается, у нас в 5 сантиметрах от края. Так, ну вот я вырезал паз. У нас 50 на 200. Хотел сперва сделать с двух сторон. Сжать ее маленько здесь. И сделать петельку. Ну, пока не знаю. Так делать нет. Суть в чем, если я прижму, потом песок на сужение как бы вытаскивать будет плохо. Скорее всего, так и оставлю. Здесь у нас будет петля для веревки. Да. Небольшая. Ну, сильно бы, чтобы не выступала. У меня там восьмерка есть, проволока. Сейчас согну. Сейчас мне есть чем загнуть, загну. И будем уваривать сюда. Как раз место, куда будет шарик бросить, и потом уже стопор. Со стопором, конечно, заморачиваться не буду. Я прожгу отверстие сваркой, вставлю, проверю все, потом уже сверлить не буду. Сварка прожгу, да и все. Да позже будет видно все. Так что решил так вот оставить такой паз. Дабы потом проще было песок извлекать. Она нужна для песка. В основном как бы жидкий песок будет, она для жидкого песка. Посмотрим, время покажет. Так, ну пока делаю дальше. Так вот приварил, проволочка мне восьмерочка, сделал две, как говорится, запас. Ну и плюс потолще будет, шорпаться не так будет. Края я все сточил,
дабы ничего не зацеплялось потом за трубу, чтобы трубу не повреждало. Горячее еще. Так. Загнул руками. Гнется руками легко. Ну вот, выброс нормальный будет. И можно будет спокойненько взять его. Ох, извини, шум. Достать и постучать. Вот. Спокойненько. И песочек будет сыпаться. Вот такая снарядина получилась. Длина вообще получается 1,10 м с небольшим. Ну и вес. Ну, в конце видео скажу. Принесу весы, взвешаем. Интересно. Так, ну все, та часть у нас готовая. Место под стопор я приготовил, разметил. Сейчас просверлим сварочкой. И все, ставим шарик, заварим, зашлифовываем. И будет готовая. Ну вот, друзья, шарик я внедрил со стопором. Все, зачистил. А тут у меня не проварчик небольшой. Но тут получается, я когда первый варил, я его глубже оставил, чтобы меньше шлифовать. Ну и ладно, это мелочь. Там нагрузки нет. А само посадочное место вроде потрогал, сварки не попало. Ну и когда шарик варил, там, говорится, уже шарик сам чистый. Вот такая штука получилась интересная. Так, ну все, жилоночка готова. Сейчас схожу за весами и взвешаем. Ну, прилично получилось. Как бы одной рукой держать довольно-таки весомо. Ну, через блочок для выбора песка, как бы, будет, я думаю, неплохо. Ну, плюс окошко для выброса песка. И место под веревочку здесь тоже адекватное. Ну, это моя первая клапанная жилонка. Как бы делать эту жилонку, но другого плана. Раньше просто не снимал. Я тут изыскание в себя делал до 7 метров. Как бы интересно бы не было. Ну все, иду за весами. Так, ну вот, принес весы. Будем взвешивать. Так, они стеклянные. Вот они. 800 получилось. Плюс перчатка. Ну, немало. В принципе, не так уж и много. Позже потестирую ее. Ну, тоже сниму, покажу вам еще до бурения. Пока будем тестировать, подготавливаться. Ну все, друзья, благодарю за внимание. Надеюсь, кому-то будет полезно. Благодарю всех тех, кто досмотрел до конца. Надеюсь, было полезно. Всем здоровья, отличного настроения. Всем пока.